Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Будем тестить Бигфутика против всех героев. Один против 25. Вот наш тестовый аккаунт. Я уже подкачал силу 140к, сделан на одном и на втором аке. Чтобы они приблизительно были одинаковые. Тест вот у нас будет Бигфута с СО. Вот такой вот Бигфутик. Он у нас даже без скина. Как ни странно, скина у нас еще нет. Это все фигня. Он без скина, я думаю, будет тащить. Ничего себе, смотрите, какие плюхи раздают на английском сервере. Просто дразнится. Такс. Вот такой вот Бигфут. Сейчас я открою второе окно. Вот так вот, вот второе наше окошечко. Вот как-то так у нас это все будет выглядеть. Надеюсь, нормально. Нормально. Нам самое главное посмотреть на то, что может герой. Так, убираем отсюда нафиг Сену, она нам всегда все портит. И выставляем наших героев. Так, сердцеедка. Герой, я вам уже показывал, таблетки первого уровня. Два аккаунта одинаковые по силе. Это обязательное условие, то есть они должны быть одинаковыми. Надо будет, кстати, еще одну таблеточку докачать. А, тут тоже, кстати, Бигфутик без скина. ПБшка. А сюда мы влепим рогатку. Вот так вот. Такие вот герои у нас. Поехали. Выходим с этого аккаунта. Побежали тестить. Так, этот аккаунт у нас чуть-чуть выше. Сейчас тоже восстановим так, чтобы нормально все было видно. Поехали. Let's go. Actions. Practice. Поехали. Начинаем сердцеедки. Суть Бигфутика, вы знаете, он обалденно себя хилит от входящего урона, замораживает, имеет кучу иммунитета. В общем, обалденный герой. Так, вот он у нас уже даже включился сразу же на рогаточку. Сейчас посмотрим, сможет ли он слить рогатку. Вот это очень важно. Рогатка у нас с огненкой. Непростая, вот по 27 тысяч хилит. Рогатка не сдается. Рогатку ему не слить. Вот так вот. Рогатка просто его унизила. Поехали с другой стороны, забежим. В общем, рогатку он не тащит. Смотрим, что у нас получится против ПБшки. ПБшка станет, этот замораживает. Так, ПБшка процентуально. Смотрите, как застанил. Жестко. Ну, не тащит, ребят. Обалдеть. А я думал, что он все-таки утащит ПБшку. Давайте попробуем через Рину еще пробежать. То есть герои где-то примерно в одинаковые. А Рину, вот эти все герои, которых я только что выставил. Ну, конечно, сердцеедка немножко другого типа плана героя. Эти массовые, то есть имеют иммунитет, имеют свои свойства. Ну, тут тоже он не убьет. То есть три героя, которых Бигфут пройти не сможет. Вот так вот. А я ожидал, что он их просто ушатает. Ну, хотя бы я думал, что Рину. Вот с Рину он зависнет. А этого ушатает. Ну, как видите, не вариант, к сожалению. Ну, посмотрим сейчас. Смотрите, как ПБшка. ПБшка просто процентуально дамажит. Тут без варианта. Еще раз включится ПБшка, он его просто ушатает. Получается, когда некому бить Бигфута, он не получает этот хил. То есть у нас герои без талантов, точнее с талантами восьмыми, но без рун, без эволюции, без смотрителя мы это все тестируем. Ну, пока такой вариант. Поехали обратно. Поставим следующую партию героев. Ну, пока только сердцеедка улетела. Вот так вот. Даже я думаю, если бы она была с СО,
без вариантов. Интересно, интересно. Так, поехали в следующую партию. Вольт. Ну, я думаю, Вольта он затащит. Должен, по крайней мере. Анубис. Кстати, с Анубисом тоже интересно будет посмотреть. Так, Некрос. И Некроса, я думаю, он не утащит. Он не сможет убить героя ССО и ворожей. Вот такие вот сборки. Поехали. Поехали на следующих 4 героя. Ну, он однозначно первый включится. Ну, Вольта. Хотя Вольт, посмотрите, Вольт тоже бодается неплохо. Но заморозка... Не, не убьет. Не убьет, благодаря отхилу он еще. Хотя, нифига себе. Смотрите, как на надрыве. Чуть-чуть не хватило. Так, интересно. Тут заморозка включилась у нас, сейчас посмотрим. Чувствую, тут придется на каждого героя отдельно заходить, смотреть. Но Анубиса он не шатает. Не, Анубиса он не убьет, Анубис его растащит при таком раскладе за счет своей оживы. Анубиса он тоже убить не может. Вот вам вот так вот. Сейчас попробуем сразу же напасть на Анубиса, но это ничего не изменит. Да, вот так вот, ребятушки. А я ждал от Бигфута, что он будет... Ну, с Анубисом на равных идут. Но Анубиса, блин, две живы. Ну-ка, интересно, интересно. Не, мне кажется, без вариантов. Самые простые сборки, то есть героя у нас 10, 10, 8, 8. Нету ни агментации, ни просветов там и прочего, ни прорывов. Не, просветы есть, сотые. Прорывов нету. Ну-ну, интересно, кто кого. Пока, как видите, такой Бигфут убил только одну эту. Жесть. Анубис ушатал. У него тоже процентуальная. Пока только он слил Вольта и сердцеедку. Ну, наверное, Некроса он тоже не зашатает. И всего. И ворожая он ССО не убьет. Не, вообще без вариантов. Он просто ему вариантов не оставляет. Получается, у него отхил только с удара. Он его замораживает. Тут бьет больше, чем тут хиляет. Вот интересно будет посмотреть против стрелка и против Фрея. Там будет отхил с каждого полученного удара. В этом преимущество как бы Бигфута. Чем больше целей бьет. Хотя он, по идее, должен нормально себя... Но, как видите, пока без вариантов. Только два героя он убил. Ворожай, мне кажется, будет. Хотя, смотрите, а ворожай он по чуть-чуть. Не, ворожай дальше включается и хилит себя на все. Единственный вариант — это 13 скилл на Бигфуте. Там больше будет заморозки. Ну а так, он его до половины, даже если добьет, тот себя отхилит больше.
Тут даже посмотрите, мне кажется, даже ворожею шатает. Бигфут проседает больше, чем ворожей. Ворожей за один заход себя вхилит до фула. А этот постепенно проседает. Просто жесть, ребят. Я думал, тут хотя бы ничья будет. Оказывается, нет. Все-таки постепенно, постепенно он проседает. Ему не хватает отхила от одного героя. Надо, чтобы несколько героев било. Вот так вот. Поэтому тут однозначно ворожей вин. Жесть. Неждан. Поехали следующую партию героев цеплять. Ну, Афину, я думаю, он ушатает. Против Огника без вариантов. Я думаю, Огника он... Хотя там есть свои нюансы, но все равно, мне кажется, нет. И с Махатмой будет интересно посмотреть. Так, ну давайте отсюда стартанем. Вот пошла, вот здесь посмотрите. Каждый удар получается 33 тысячи, у него отхил 27. За счет этого он себя отхилил. Огник, мне кажется, тут его сейчас просто на ура разберет. Хотя Огника тоже, но урон, видите, у него намного больше, плюс усиление. Огник не вариант. Там даже если мы подошли с пол хп, там с фул хп мы подойдем. Там вообще без... Так, ну тут тоже, кстати, интересно. Да ладно. Смотрите, Бугиман сейчас на втором дыхании, его просто ушатает. Да. Пока что все печально с ним. Так, Махатма. А вот тут, кстати, интересно. Отхил 27, полученный урон 25. И они друг друга не убьют никак. То есть они будут все время стоять, шатать. Были бы какие-то чарки, знаете, тогда было бы несправедливо. А так мы видим реальный потенциал героя. Так, ну окей, то есть думаю, и так все понятно. В общем, пока меня он не особо радует. Так, что-то я не туда зашел. В такой сборке печально все. Я все-таки ожидал от него больше вот трешечка, что он будет их просто морозить все время и отхиливаться. Но видите, здесь отхил печально. Здесь отхил от получаемого урона. Это очень плохо. Ну, в данном случае. Чем больше атакуют, тем лучше это будет. Да, против массовых. Против массы героев, возможно, будет все получше. Но один на один. Я думаю, сейчас то, что мы повыставляем, все нас ушатают. Интересно, с космо, кто быстрее включится. Да... Нежданчики такие, короче. А вот с Фрейей тоже интересно будет посмотреть, что сможет Фрейя сопоставить ему. Давайте начнем с Фрей.
Ну, вот тут вот интересно. Фрейя бьет по 82. Тоже не вариант. Хотя я надеялся, что он, получается, их морозит, и они опять же его не бьют. Вот там вся печаль. Там, где башни, он будет получше себя проявлять. Но здесь... Осмо. Осмо расшатал. Просто печаль. Видите, то есть видно сразу, какие герои тащат один на один, какие герои тащат против массы. Вот Бигфут реально будет тащить против массы. Роза, смотрите, как разбирает его процентуально. Просто на ура. И он ей тоже ничего сделать не может. Обалдеть. Ну и фен, я думаю, то же самое. Так, он включился. Сейчас фен включится. Вот тут, кстати, интересно будет. 23. Феникса он разберет. У Феникса отхила нет. И Феникс бьет меньше его отхила. Скиллом. То есть получается, Феникс ну никак его не может убить. Вот такие вот дела. Видите, совсем все по-другому. То есть у каждого героя есть свои какие-то преимущества. Если урон меньше, он ничего сделать не может. Он его сносит. Обалдеть. Надо делать ставки на героев. Кто затащит против кого? Да. Неожиданно, конечно, все. Вот интересно будет против вас и посмотреть. Так. Землеройка. Хрон. Вот хронотень. Окей, поехали. Посмотрим, что в этот раз он скажет. Мне кажется, чтобы он шатал, надо, ну, на такой вариант надо ему ставить что-то на атаку. Потому что СО его не спасает. Да, жизни много, атаки не хватает. А вот тут вот без проблем. Или нет? Вот, кстати, смотрите, как они... Не, все-таки Командора затащила, обалдеть. Командора ушатала. Я офигею. Просто тупо разобрала. Охрон. Жесть. Просто на изи. Насколько герой один просто ничего сделать не может. Вот молчание. Вечное молчание. Ну хоть раз он включится или нет. Без вариантов. Просто тупо под молчанкой зафигачил его. Ну асу интересно. Тут, кстати, смотрите, аса каждый раз бьет. Смотрите на урон это. Я офигею, плюс отражалка. Жесть. Так, поехали еще. Несколько героев. Кстати, интересно, что сможет стрелок сопоставить. Седну, мне кажется, он тоже не убьет. А себя набафает. Так, давайте так, Седна. Кто у нас тут еще остался из таких? Стрелок и свален. Так, уберем пока.
потом вернем. Обидно. Обидно за Бигфута. Вот тут, кстати, интересный вариант. Но все равно, посмотрите, они его просто разбирают. Хотя должны вот так вот отхиливать. Не-не, все-таки хиляют, хиляют, не все так плохо. Сейчас стрелок больше на АП, это не больше будут. Вот что значит, ребят, массовый урон, то есть отхил от количества. Видите, он себя все больше хиляет. Чем больше бьют, тем больше будет хилить. Вот в этом его плюс. Но один на один он никакой просто. К сожалению, но он не тащит один на один. Так, окей. Ай-яй-яй, немножко не туда зашел. Ну, что я могу вам сказать? Вы, в принципе, сами все видите. То есть, Бигфут это не герой один на один. Это герой больше массовый. Так, убираем отсюда стрелка. Пробуем против Свалина. Тоже, кстати, интересно будет посмотреть. И потом поставим еще Седну. Попробуем против нее. Вот интересно, Свалина он хоть сможет затащить? Или Смалин тоже сейчас, если он начнет включаться, он его просто будет шатать. Вообще не вариант. Он просто тупо его замораживает, но урон не проходит. В общем, тут будет ничья. Хотя, посмотрите. Во-во-во-во, начал попадать. Потом сразу же отхил. Не, это будет вечный бой. Так, ну что, поехали, еще разгромим его Седной и на этом, в принципе, закончим тест. То есть, как видите, он может только некоторых героев ушатать. И то, если там поставить хорошие таланты, он никого не разберет один на один. То есть, его заморозка классная против масса героев, которые будут его же атаковать. И, соответственно, он будет замораживать. Ну, Бигфут на Бигфут, думаю, смысла нет. Вот тут без вариантов тоже. 10 тысяч на себя хилит больше. Вот так вот. То есть со всего, что вы увидели, даже если поставите Сона сердцеедку, давайте ради интереса даже если посмотрю, там есть у меня скин или нету. Если есть, поставим ЕСО. И посмотрим. О, Седна его считает. Просто жесть, ребят. Обидно за Бигфута, конечно. Обалденный герой, но... Так, что у меня с мышкой? Эй! Проснись! Заморозилась наша мышка. Что там, он еще воюет с ней? Она его шатает. Ее там уже нет. Давайте попробуем, поставим свой просто ради интереса, чтобы уже окончательно видеть, может ли он что-то хоть кого-то убить. Вольта, понятно, что там будет та же самая картина. В принципе, будем тестить вот такую вот. Так, тут есть. Так, отлично. Выходим. Там, наверное, уже его убили. И последний тест. Жесть, если она сейчас включится.
Она ему не дает заряжаться, посмотрите. Жесть, ребят. Ну, здесь, в принципе, у нее урон меньше, чем от хил. Не, все равно. Она его по чуть-чуть сжирает. Обалдеть. Вот так вот, ребятушки. Вот вам ИСО на сердцеедке, которая тоже с ИСО будет тащить. Хила, конечно, у нее не особо много, но, блин, урона у нее хватает. Смотрите, она до половины отхилилась. Жесть. Да. Вот такие вот, ребятушки, дела. Вот такой вот тест. Что в итоге мы увидели? Что Бигфут не... К сожалению, не тот герой, который который массовый, точнее, который один на один тащит. То есть ему, по сути, все будут шатать. Ну, понятно, бывает еще будут герои, которых он там обычно пошатает, но в основном он не убивает. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.